Все, ребята, сварили суп. Сегодня с макаронами уже суп сварила, потому что дети попросили все-таки с макаронами. А с булгуром так и не стали доедать. Ладно, всем кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. У нас утро, время 10 час. Я поехала в больницу. Мне надо еще справочку кое-какую взять, чтобы в понедельник идти на процедуру. Так что вот так вот как-то. У нас снег идет. Представляете, у нас снег идет, у нас холодно опять стало. То тепло-тепло было, теперь холодно. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем добрый день. Как вы поняли, я хожу на дневную больницу на капельнице. Ну, по предыдущему видео вы это поняли. Многие меня потеряли. Спасибо большое всем за поддержку. Мне намного лучше. Ну, голову, конечно, обносит еще. Немножко сердце шалит. А так в целом все хорошо. Короче говоря, что делаю? Сейчас после капельницы иду домой. Еду, мне надо учеников отправлять вторую смену. Поэтому идем на остановку и будем отправлять ребятишек в школу. Ладно, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Мы с Оксаной идем на остановку, да, Оксана? Оксана в школу уедет. И я ее провожаю, потому что она вчера опять собаку испугалась. Но я уже с больницы приехала. И вот иду ее на остановку провожаю. Ой, господи, как у нас скользко, даже не посыпают. Галимый лед. Вообще прям лед галимый. Ладно, дорогие друзья, иду на остановку, ждем автобус, отправляю Оксану. И идем домой готовить что-то кушать. Всем привет, дорогие друзья. Меня многие потеряли. Но хочу сказать, все в порядке. Я уже почти выздоровела. Поэтому видео начинаем снимать. Вкратце, что хочу сказать. Да, сильно болела. Есть осложнения некоторые на сердце и там на другие. Но не буду сейчас про это говорить. Но вот в целом хочу сказать, берегите себя только здоровье. Потому что то, что нынче какая-то болезнь идет, это очень страшно. Просто ужасно страшно. Вот такие вот дела. В целом. У нас сегодня 23 февраля. Я знаю, что это видео выйдет с опозданием с большим, но я хочу поздравить всех мужчин с праздником, пожелать вам крепкого здоровья. Это сейчас самое главное. В целом, что у нас? У нас все хорошо, все в порядке, все живы, здоровы, и слава тебе, Господи. Муж сейчас поехал в город, у нас дома закончился сахар. Потом возьмет капусту и чай посмотрит в городе. Я хочу попозже съездить, мне надо съездить брови сделать. Светик со мной поедет. Света, покажи краску одну и вторую. Мы вчера краску купили для бровей. Я говорю, на это себя порядок немножко приводить, то вообще страшное стало. Да, это, ребят, пора давно уже. Сейчас еще здоровье подправим, и вообще будет классно. Света не слышит меня. Вот такие вот дела. Чего я эти дни занимаюсь? Потом ничего такого не делала, лечилась, кучу лекарств пьешь. Я сейчас, кстати, на дневном стационаре, как вы уже поняли, хожу на капельницы. После капельниц мне плохо.
Я домой прихожу. Я, по идее, после капельницы начинала лежать. Но мне же некогда, как всегда. Катя, ну-ка тихо. После капельницы я, потому что у меня дети дома одни, маленькие в садик не ходят. И я после капельницы обычно соскакиваю и бегу на автобус. Прибегаю домой, и все. И когда я сажусь, то у меня вот так вот голова. А так в целом все нормально. Потом, вот, конечно, полежу немножко, часик где-то, и потом после этого мне вроде немножко полегче, но все равно трусит очень сильно. Дай бог, что все хорошо было. Оклемаемся, все будет зашибись. Погода у нас замечательная. Снег сегодня, кстати, на улице идет. Ваня скачет с Мариной. Я знаю, что многие сейчас скажут, что Настя, почему не с кем детей оставить? Ваня, ну-ка тихо! Оксана! Ну, просто не с кем. Муж на работе. Вторая смена у меня уходит в 11 часов в школу. До 11 они у меня, по сути, с Катей. После 11 мне надо до 11 успевать приезжать домой. Мы один день свекровь просили, она приезжала, посидела, больше она не ездит к нам. Поэтому вот приходится бегом оттуда, бегом ехать домой. Поэтому я не лежу после капельницы, я сразу встаю, да, меня штормит, но я иду на автобус и еду домой. Я знаю, что так нельзя, ребята. Я знаю, что вы мне скажете, что это неправильно, Настя, ты должна лежать. Ну вот, такой вот я человек. Ну ничего, все нормально. Сейчас хочу, если муж сегодня договорится со свекровью, то завтра я схожу в поликлинику, возьму справочки детям в садик. Пусть идут в садик, сдам все документы. Я понимаю, что пока будем платить мы полную стоимость, но пофиг, насрать на все уже. Потому что я с 1 числа иду на учебу. Я записалась на учебу. Не буду говорить, куда, что, как, но факт то, что записалась. И хочу, чтобы дети в садик начали ходить уже. И надеюсь, что болеть не будут. Мы сейчас пропили курс иммунала, поддерживающий иммунитет. Напишите, что еще кроме иммунала можно детям давать, чтобы поддержать иммунитет, то я куплю возможно. Лучше мне в личку напишите, а не в комментариях, потому что там комментариев, я понимаю, что сейчас будет очень много. Но в целом, вот такие вот дела, ребята. Да, сейчас в ближайшие дни выпущу видео с конкурсом. Оно у меня уже готово, все. В ближайшие дни выпущу, и поэтому ждите, будет конкурс. Призы, конечно, небольшие будут, но, надеюсь, будет приятно кому-то. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Кстати, киса моя проснулась. Василиса, Вася, многим она не нравится, но она у нас милая кошка. Дорогие друзья, у нас время день. Мы сейчас со Светой попробуем, понимаете, муж в город уехал, попробуем съездить в город, попасть в парикмахерскую, брови мне сделать, да постричься. Хватит порося в порядок приводить, поэтому попробуем съездим, да в аптеку мне надо зайти, таблетки обезболивающие закончились купить. Вот такие вот дела. Посмотрите, если получится мне попасть, то покажу, какое преображение у меня получилось. Да, Тайса? Ладно, пошлите. У нас сначала дорогу здесь растает, ну тут потому что теплотрасса лежит. Поэтому здесь оно быстро тает. Ладно, всем хорошего дня. Опять собаки сейчас гуляют, и смотрите, целая стая собак. Кошмар. Это не наш, кстати, тут Тайсон стоит, если что, наш на цепи. Тут бродячие, видите, собаки? Вот следом, потому что их всех кормят. Вот они здесь и обитают. Видите? Потому что он их всех прикормил. Поэтому у меня ребенок и боится ходить. Вот такие вот дела. Ладно, хочу в магазин зайти, жвачку еще взять. И конфетки взять какие-то, чтобы в кармане лежали. Ладно, идем.